Дорогие зрители, приветствую вас на своем канале и приглашаю вместе со мной погулять по магазину «Магнит Экстра», торговый центр любимого город Краснодар. Буду искать новинки на полочках, так что оставайтесь со мной, будем гулять по магазину. Новая коллекция фарфоровых кружек, которые смотрятся очень стильно, в виде ромба. Не яркие тона, прям такие нежные, пастельные, оливковый, бежевый, светло-коричневый и голубой оттенок. Цена кружки 129 рублей. Из этой же коллекции можно подобрать салатник, также в ромбике. Очень красивая такая окантовка у салатника, смотрится очень обалденно. И смотрите, какая цена, 159 рублей всего лишь этот салатник стоит. Далее будем сейчас смотреть на кружки, новинка. Много весенних вариантов. Коллекция весны поступила в магазине. Стеклянная кружка 199 рублей. Она мне напоминает кувшинку какого-нибудь тюльпана, либо весеннего цветочка. Далее тоже весенний вариант фарфоровой кружки за 199 рублей. Лейка с букетом роз. А вот следующая кружка достаточно большого объема, называется «Синие цветы», у нее еще такой интересный дизайн на ушке, также продолжается рисунок, и кружка тоже выполнена из фарфора. Чайная пара, состоящая из блюдца и чашки, 449 рублей, далее я еще нашла в магазине другие расцветки, так что оставайтесь со мной до конца этого видео, покажу. Кружка под названием «Цветущий ландыш» 149 рублей, тоже из фарфора. Синяя кружка с золотом, золотой окантовкой на 360 мл. Цена такой кружки 279 рублей. Еще один такой интересный вариант. Кружка из фарфора 239 рублей с необычной гравировкой. Цвет морской волны. Кружка с двойным стеклом за 249 рублей с сухоцветами внутри. Сухоцветы не разлетаются внутри кружки, следовательно, не поломаются в дальнейшей эксплуатации. Два варианта цвета, фиолетовый и зеленый. Прям такое весеннее настроение. Красота! Также есть несомненная классика, керамическая белая кружка 169 рублей. По 112 рублей стеклянные стаканы с золотой огранкой. А за 199 рублей можно купить стеклянный салатник, либо конфетницу в таком интересном дизайне. Еще одна новая кружка под названием «Горы» из фарфора 149 рублей. Картинка выполнена очень качественно. В отделе с посудой, тарелками также продается коллекция, как раньше продавалась в Икее, темно-синего цвета. И весь тот же ассортимент, который я ранее показывала в своих обзорах из Магнита. Есть тут новинка из коллекции Ландыш. Сейчас далее покажу, какая посуда есть из этой коллекции. Десертная тарелка за 139 рублей. Тарелка довольно-таки небольшого размера и сделана из опалового стекла. И более летний вариант из фарфора, 99 рублей, тарелка с рисунком листиков малины и ягод. Дорогие зрители, я продолжаю свой обзор и подошла в отдел с текстилем, а именно рассматриваю махровые полотенца из 100% хлопка. Тут, как всегда, шикарный выбор любого размера, расцветки. Я, конечно, каждое полотенце раскрывать не буду и показывать вам, но надеюсь, этим видео хоть более-менее понятно, что оно из себя представляет.
Надеюсь, цены все видно на видео. Если что-то непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте в комментариях, я постараюсь вспомнить и обязательно вам отвечу. Цены разные, есть и полотенца дешевые, есть и дорогие. Ну, все в зависимости от размера. Очень понравилось вот это вот мягкое полотенце, наверное, будет впитывать очень классно, 169 рублей, ну, небольшого размера. Так что давайте рассмотрим все это вместе. Но пока мы будем рассматривать текстиль, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня и не пропустить новое видео из магазинов. А также я веду канал на Дзене, ссылку оставлю под описанием этого видео. Там я публикую актуальные скидки и акции из популярных магазинов. Добро пожаловать ко мне на Дзен-канал. Вот еще одна новинка из коллекции Ландыш. Полотенце махровое, небольшого размера, 30 на 60, 169 рублей. Тоже очень мягенькое, приятный такой оттенок, нежно-голубой с белым. И небольшая вышивка в виде ландышей. В отделе, где продается постельное белье, Магнит стал продавать отдельно простыню на резинках. Цены от 799 рублей в зависимости от размера, состав 100% хлопок, цвета нейтральные и однотонные. В отделе с посудой появилась коллекция пищевых контейнеров, которые можно греть в микроволновой печке, 209 рублей с декором в виде веточки папоротника. А вот на контейнеры с надписью «Специальное предложение» цены, к сожалению, не было. Также из этой коллекции весна с декором по 144 рубля, два вида варианта пищевых контейнеров, прямоугольные и круглые. А вот на белые керамические банки для сыпучих продуктов давно не было скидок, стоят также дорого. В отделе с организацией хранения осталась одна корзинка за 169 рублей с элементами золота. Это тоже новая коллекция Ландыш. Корзинка универсальная. Мне такая прям нравится. Интересный дизайн. Появились пластиковые кашпо для цветов, все в стиле минимализм черного и белого цвета. После праздников Магнит не исключение, тоже делает распродажу новогоднего ассортимента. Например, вот сладкие новогодние подарки сейчас по хорошим скидкам. Аленка, конфета, 83 рубля, такой небольшой наборчик. Но хочу сказать одно, что, конечно же, не во всех Магнитах есть такой хороший выбор. Мне, наверное, повезло. Киндер Микс по 108 рублей. Далее тоже там были мои находки классных конфет, которые стоили дорого в праздники. Также распродажа новогоднего ассортимента, мишура по 25 рублей. Но игрушек в магазине, конечно, мало. Уже потихоньку убирают витрины с новогодними товарами и, наверное, будут готовиться к весне. Ну, сейчас так обзором сняла, что тут осталось.
пока рассматривала новогодний ассортимент, увидела два сладких подарка от Kinder, и они были бесценны. Я, конечно же, проверила на сканеры. Вот такой набор адвент-календаря, 248 рублей. И от Kinder с игрушкой сейчас стоит по 298 рублей. Представляете, какая наценка была на Новый год. Так что заглядывайте иногда на полочки, можно найти какие-нибудь интересные, выгодные товары. И проверяйте, конечно же, цены на сканере. Новая коллекция домашней обуви, домашние тапочки, все в таких розовых пудровых оттенках, но пока что без скидки. Дорогие зрители, ну вот и подходит к концу мой видеообзор. Надеюсь, вам понравилась такая прогулка по магазину. Спасибо большое, что составили мне компанию. Сейчас я вам еще и покажу, в каких оттенках продается чайная пара, которую я показывала в начале видео в голубом цвете. Помимо голубого цвета есть нежно-розовый и светло-зеленый цвет чайной пары. Спасибо большое, что провели это время со мной. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Буду благодарна за ваш лайк. Оставайтесь на позитиве. Удачных и, самое главное, выгодных покупок. И до новых встреч!